ушу. Во все времена самый красивый вид восточных единоборств. И желание юных сочинцев заниматься ушу не ослабевает. В нашем городе команда ушистов молодая, но достаточно сильная. Есть признание на международном уровне. Сочинцы завоевали несколько континентальных медалей, успешные выступления и на чемпионатах России. Вот 10-летний Глеб Бурдов демонстрирует свои способности. Мальчик в течение 5 лет упорно занимается ушу. Мне нравится этот вид спорта, то, что он развивает технику, силу и скорость. Я показывал вид найндао, это меч. Я сделал одну ошибку, пошатнулся. А в целом нормально. Ушу на данный момент не является олимпийским видом спорта, но надежда у спортсменов есть. Возможно, в 2020 году на Олимпиаде в Токио выступит и наша олимпийская сборная страны. Детям всегда интересно работать с различными видами оружия. Это их очень сильно привлекает в данном виде спорта. Но опять же, у каждого вида оружия есть своя техника, которой должен овладеть спортсмен. Я считаю, что ушу-туалу позволяет развиться спортсмену и ребенку во всех направлениях, потому что очень много у нас разновидностей, очень много разделов, в которых ты можешь себя проявить. Вот, например, в соревнованиях по тайшу спортсмены должны без использования захватов и ударов заставить противника выйти за пределы круга или упасть на землю. А ушу – это общее название для всех боевых искусств, существующих в Китае. По итогам этих соревнований, которые проводились в Федеральном центре единоборств «Югспорт», будет сформирована сборная Сочи, которая отправится на соревнования в Краснодар в конце января. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.